Выездное заседание комиссии Совета депутатов городского поселения Щелково прошло по теме «Работа сельхозпроизводителей». Депутаты посетили сельскохозяйственную компанию НК «Русский огород». Здесь сейчас работают более 500 человек. Члены комиссии осмотрели опытное поле, которое в тот момент готовилось к дню открытых дверей. Сюда в выходные дни смогут прийти все желающие посмотреть на многообразие цветов и плодовых растений, красота которых просто завораживает. Представлено около 1500 сортов цветочных и овощных культур. В эти дни можно посмотреть, что они себя представляют именно вживую в поле, в грунте. Можно посмотреть, как выглядят помидоры, созревшие именно, не на пакете, а вживую. И можно получить консультации по уходу за цветочными культурами, за овощными, по борьбе с болезнями и по уходу за садом. Предприятие, на котором также побывали депутаты, общество с ограниченной ответственностью «Зеленстрой». Оно располагает землей в размере чуть больше половины гектара. Здесь уже на протяжении более 10 лет занимаются выращиванием растений для озеленения города. Руководитель компании Игорь Коровин познакомил депутатов с организацией дела. Это было сделано для того, чтобы город был обеспечен не только рассадой вот, на цветники, да, но и также у нас процесс пошел именно по многолетникам. У нас ассортимент был больше, наверное, скорее всего, на многолетники. Да, плюс какие-то кустарники. И самое главное, чтобы у нас управляющие компании могли где-то брать посадочный материал для домов, для своих. Сейчас многим небольшим предприятиям такого направления нелегко работать в условиях жесткой конкуренции. Депутаты планируют обобщить полученную информацию и будут предлагать, как оказать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».